буду сомневаться за тобой. Всем привет, ребята! Сегодня максимально долгожданное видео, так как сегодня влог со съемок сериала «Школа». За пару дней до Нового года я решила вас привести за кулисы сериала «Школа». Покажу вам, как мы снимаем, и хочу сказать то, что это последний наш съемочный день в школе. Так что погнали! Мое съемочное утро начинается самым банальным способом. Поспала так. Проснулась, поняла, что я совсем не выспалась, но нужно идти на смену. Повтыкала в телефон, ответила на ваши милашные смс, полайкала ваши комментарии, спасибо вам за активность и пошла чистить зубки. Теперь самое интересное. Обязательно зажигаю свечку с каким-то сладеньким ароматом. Надеваю повязку, чтобы волосы не мешали, и приступаю к своему личику. Сейчас я вам расскажу то, без чего не обходится мое утро. Протираем личико тоником, чтобы оно было максимально свежее. И начинаем мой уходовый процесс с масочки. Она сделана из взбитых яиц. Мы просто втираем в кожу и через 2 минуты смываем тепленькой водичкой. Но это еще не все. И, наверное, самый главный секрет и must-have для чистой сияющей кожи – это щеточка Luna Mini 2 от Pharrell. Умываюсь ей с пенкой для лица, умывание на протяжении 1 минуты. Как результат – очень глубокое очищение, приятный массажик. И после щеточки крема впитываются просто волшебно, а тон во время макияжа ложится ровнее. В конце наношу массажными линиями на лицо алоэ. Плотный тон, чтобы держался целый день, наношу на все личико. Кисточка единорога для настроения. Консилер, который скроет то, что ложусь далеко не в 11 часов ночи. Сверху прибиваем немножко пудрой. Подрисовываем немножко бровки и укладываем их помадкой, чтобы они никуда не улетели. Защищаем губки от мороза, обязательно поцелуйчик и скульптурирование лица. Хайлайтер, контуринг, румяна, чтобы ваше лицо сияло, как будто бы вы не только проснулись. Макияж глаз у нас будет самым простым. Затемняем немножко уголок глаза, блесточек и вуаля! Школьный образ готов, и Надка может идти на смену. Ну и, конечно, не забудь накрасить ресницы, потому что без этого твой взгляд не такой яркий. И завершающий штрих – губки, как у Анджелины Джоли. Немножко выходим из контура, и сверху какой-то нейтральной нюдовой помадкой. Все это сбрызгиваем закрепителем и идем собирать рюкзачок. Беру с собой небольшую золотую косметичку. Туда кладу духи, увлажняющую помадку, красную помадку, крем для рук, антисептик и консилер. Также всегда с собой беру свою щеточку Pharrell. Очень удобно, что она такая компактная и влазит даже в небольшую косметичку. Еще щеточка пульсирует и делает массаж. Это помогает очень быстро проснуться по утрам и освежить кожу. Выливаю на себя тонну духов и иду завтракать. Так как времени очень мало, беру безлактозное молоко, туда высыпаю хлопья. Обязательно включаю какой-нибудь сериал, иногда пересматриваю даже школу. Простите меня за мой ужасный маникюр. И можно наслаждаться завтраком. Одеваюсь потеплее, потому что ненавижу болеть. Ну что, ребята, теперь пойдемте со мной на площадку сериала «Школа». Погнали. Встретимся там. Ну и наконец-то мы в школе. Тут прошли 1,5 года моей жизни. Каждый день я приходила сюда в 7 утра, в 6 утра. Ненавидела все, любила все. И снимали тут очень-очень много сцен. Привет, как тебя зовут? С какого ты города? Меня зовут Вика, я с Киева, и мне 17 лет. Какой твой любимый герой сериала «Школа»? Ты. Твой любимый сериал, кроме «Школы»? Не знаю. Ну что, погнали дальше? А вот там сидят злые охранники. Они постоянно докапываются каждому событию в нашей школе. Если что-то не так и не нравится, все, они придут и испортят нам магию. Каждый день мы должны записываться у них и отмечаться. Я пытаюсь каждый день тихенько так пробежать, потому что реально надоедает уже очень. А это наш самый знаменитый зеленый коридор, в котором мы просняли очень-очень много. И самое ужасное, что тут летом нереально жарко, а зимой
зимой ужасно холодно. Ну, пошли покажу. Мальчик, ответьте на такой вопрос. А какими 5 качествами нужно обладать, чтобы сниматься в сериале «Школа»? Харизма. Надо иметь хорошую удачу. Уверенность. Чувство юмора. Внешность. Ну, конечно, внешность самое главное. У нас в школе был коридор, как такое место, где происходили самые великие сплетни, где кто-то с кем-то ругался, ссорился, целовался, мирился. Коридор — это прям супер ностальгия, и поехали дальше. Сейчас мы находимся в святая святых этого заведения. Это наша столовая. Возможно, попить чаек, попить водички. И иногда в свободное от съемок время мы играем тут настольный теннис. А вот этот экспонат представлен визиторам из сериала «Школа», чтобы добавить антуража. Большим, высоким людям очень сложно проходить. На самом деле, я не понимаю, зачем эта штука висит тут уже третий сезон. Ну что это такое? Я постоянно так прохожу и ударяюсь в нее. Погнали в гример. Ну что, моя белая любовь, буду теперь сегодня у тебя брать интервью. Это... которая встречается с моим парнем в сериале. Что ты скажешь по этому поводу? Я? Как тебе целоваться с моим парнем? Слушай, очень даже ничего. Да? А тут, короче, находятся наши шкафчики, и тут правила поведенки у Гримерти. Нельзя пить, есть, разговаривать, петь, дышать. Короче, просто заходишь, переодеваешься, идешь на грим и выходишь на грим. Вот это наш супер прайс-лист. Зачитываю. Простой перекостюм, бесплатно. Перекостюм с болью, 200 гривен. Перекостюм с унижением. Перекостюм с болью и унижением, 1000 гривен. Парный перекостюм, 500 гривен. Групповой перекостюм, 10 тысяч гривен. Парный перекостюм с человеком на выбор, 2000 гривен. Вы можете прийти к нам гримерку и переодеться с кем-то за огромную сумму денег. Так как Тоха пока отсутствует на съемках, я очень часто занимаю его шкафчик, потому что маленького моего шкафчика для Натки не хватает. Я же девушка, мне вообще этого всего не хватит. Тут нас гримируют, но сюда я захочу очень редко, потому что обычно крашусь сама дома. Но вот наш замечательный гример Катюша. У него есть красивая дочка, которая практически всегда с нами присутствует на съемках и уводит меня реально в детство. Тут, конечно, бардачок, но что поделать, съемочный процесс — это дело сложно. Погнали дальше. Сегодня к нам на площадку пожаловал Эд Ширан. Сам с Америки приехал. Эй, how are you? Но поет он пока не очень. Я стараюсь. На самом деле. Но мы его учим. Легендарный момент. Где-то тут находится мой кофр. Там прям практически все вещи за 2 сезона. Я его нашла. Он, по-моему, самый большой и огромный, потому что я очень часто приношу на съемки свои вещи. Мир переодевалок. Не дорого, не богато и скромно. Попросила своего парня прийти ко мне на съемочку, поддержать меня морально, потому что работа актера очень сложная. Заяц, привет! Привет. Ну шо, давай я возьму у тебя интервью. Ну шо, давай интервью. Что для тебя школа, сериал? Наш. Наш зарубежный. Это второй дом, в котором мы выросли. Мы присутствие на этой площадке меня заряжает на целый день, скажем так. Если бы ты был другом Тохи, что бы ты ему посоветовал? Я бы был другом Назаром. Я бы просто не хотел бы быть Назаром, понимаешь? Что может не делать? Как-то пересмотреть свою позицию? На самом деле, я считаю, что он делал единственную вещь неправильную. Наверное, все... Был сопляком. Ну, он не то, что сопляк. Целовался с Соней. Целовался с Лизой. Это самые неправильные вещи, что он делал с рядышком. Тоха, понимаешь, Аня тебе перечислила все твои недостатки. Топ-3 самых главных для тебя любимчиков сериала «Школа»? Филипп Козлов. Александр Петренко. У тебя есть третья попытка. Давай, ты сможешь. Ну скажи уже, скажи. Чего ты там переживаешь? Ну скажи. Аня. Какая? Триндель. Что еще раз скажи, Аня Любимчик? Давай. Ну я же говорю, Филипп Козлов. Без прикола нужно это для монтажа. Вот так, Аня Тринчер, да. Люди, вы не узнаете правду. Аня Тринчер. Моя умничка. Сейчас мне пришло время идти на площадку и переодеваться. Ну что, погнали со мной на съемку? Дорогие друзья, сегодня последний съемочный день в школе. Я долго думала, что сейчас сказать, и на самом деле переполняет рады эмоции, потому что для меня школа стал огромный проект моей жизни. Мы все изменялись, мы все становились взрослее, у нас были ошибки, мы... ругались друг с другом, мы мирились, мы практически 1.5 года жили на этой площадке каждый день. Одним дыханием, одним воздухом. И поэтому, как вы знаете, не знаете, в этом году сериал «Школа» по голосованию на 1+1 стал самым лучшим сериалом в этом году, поэтому этот золотой лайк нам всем спасибо огромное. Вау. За эти нереальные просто... И за то, что мы с вами реально стали одним целым. Просто одним
организм. Я вас очень сильно люблю, правда. Обнимаешь, я ее! Я буду сумасшедшим за тобою. Что я? Ну что, ребята, сегодняшний день подходит к концу. Это последний съемочный день в нашей школе, в нашей любимой школе, в которой мы провели 1.5 года. Мы хотим передать всем нашим... Что происходит? Кто это? Аня, в кадр! Я сейчас с вами не прощаюсь! Спасибо тебе большое, большое. Я буду с умываты за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Іду в життя доросле за метою. Школа, все, що дала ти.